нам пришли вот такие вот гости. Вот такие гости. Да, это наши друзья. Вот, и у нас сейчас общение с Рэй. В принципе, по возрасту они одинаковы, по кошачьему возрасту и по человеческому возрасту. То есть они почти идентичны, почти. Да. То есть они ровесники между собой. Рэй такая серьезная, агрессирует чуть-чуть, но не кусает своей игрушкой. Да, скажи, да, это моя игрушка. Скажи, да, погладь, не бойся. Да, 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 да. Да, игрушка, все ей интересно, да, да, оп. Рэя. На. Свою игрушку. Да. Скажи, Рэй, все мое, все мое. Скажи, пришел, сейчас мою игрушку взять, отнимет еще. С собой унесет, да? Тебе страшно, нет? Не страшно? Вообще? Леопардов не боишься? Это еще пока от незнания всего, всего действия, так скажем. Не видел раньше никогда таких животных? Егор? Только в зоопарке. В зоопарке? Да, скажи, моя игрушка Рэя. Не отнимай. Да, твоя игрушка. Вот шипит, вот вроде скалится такая, но не кусает. Не кусает. Это нормально. Она обозначает, что она переживает, что это ее территория, это ее игрушка. Вот, и к человеку она, в принципе, терпима, хотя ей сейчас полтора месяца еще. Да, хи. Молодец, твоя игрушка.